В Люберцах продолжается федеральный проект Росмолодежи «Диалог на равных». Со студентами городского округа встречаются известные люди из мира политики, спорта, науки и искусства. На этот раз молодежь побеседовала с музыкантом и композитором Евгением Рудиным, известным под псевдонимом «Диджей Грув». В этом году у нас прошел такой очень серьезный юбилей. Много было посвящено этому и мероприятий, связанных с праздником. Но праздники проходят, а после праздников что-то должно остаться. Одним из многочисленных подарков жителям Люберец в честь 400-летия города стала песня, которую написал диджей Грув. Молодежь называет ее неофициальным гимном городского округа. И сегодня люберецкие студенты встретились с автором полюбившегося хита. Диджей – это просто приставка некоторые, допустим, которые отношение к электронной музыке. А так я человек, который пишет электронную музыку с симфоническим оркестром, пишет музыку к кино. Что такое у людей приставка диджей? Развлекалочка такая, то есть как бы легкая. Нет, я всегда пытался доказать то, что диджей и музыкант должен писать сам музыку. Для этого Евгений Рудин открыл в Москве свою аудиошколу. За 16 лет ее окончили сотни людей, среди которых и знаменитые певцы и музыканты. Весной этого года филиал учреждения распахнул свои двери в Люберцах. На встрече с молодежью диджей Грув рассказал о своих творческих планах и ответил на все интересующие вопросы. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.